it's been hard. But even when it's hard, then you're gonna have to start to learn to recognize that even in the dark, and those lines between the spaces. Hi, people, с вами Вика, и осень уже идет полным чередом. Как вы помните, еще летом я выпускала видео на тему летние напитки, которое всем вам очень понравилось. Поэтому я решила сделать осеннюю версию этого видео, так что осенние напитки, погнали! Ну а для первого рецепта нам понадобится какао, да, оно у меня хранится в банке из-под кофе, теплое или горячее молоко, маршмеллоу, а также какие-то пряности, например, корица. Для начала я заливаю горячее молоко, потом добавляю ложку какао, а затем добавляю еще молоко. Потом я посыпаю пряностями и украшаю маршмеллоу, также можно украсить взбитыми сливками, и все! Ну а для следующего рецепта нам понадобится эспрессо, молоко, кленовый сироп, гвоздика, также ваниль и немного корицы. Все невероятно просто. Для начала я беру чайную ложку кленового сиропа и пытаюсь обмазать его по стенкам, а затем просто смешиваю все ингредиенты. Из чаев моим осенним фаворитом стал зеленый чай под названием молочный улунг. И кроме того, как просто заварить этот чай, я вам настоятельно рекомендую добавить туда сушеных ягод. Получается невероятно ароматно и вкусно, а этот вязаный чехольчик добавляет еще больше уюта и тепла. Ну что ж, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши внизу в комментариях, какой напиток тебе понравился больше всего. Люблю вас всех, сияйте, увидимся в следующем видео, пока!